Т-1600, за ними выезжает Т-2Н, и дальше едут классика. После этого чистка дорожки. По таблицам, пожалуйста, первый заезд 1600 могут сразу круг почета сделать и вставать на линию старта, если готовы. Если нет, 3 минуты у нас есть контрольного времени. Так что всем удачных стартов, победных финишей. Поехали! Судья на старте. Поехали! Третьим, только вторым, хотя бы как минимум.
Красинов, танцуй за Ваню, держись. Герой номер 21 тоже Иван Лунки, вторым Судов, третьим Михаил. Сынок, калитку не открывай, Миша там тебя ждет, аккуратней, полный газ. Поехали. 3 пункта. Номер 21 тоже Иван, 2 пункта, номер 99 пунктов Евгений, 1 пункт. Записывает Михаил Кулдов в свою копилку. Эвакуатор убираем у нас. Неисправный автомобиль. Можно его взад подтолкнуть, если что. Может, заведется и как пойдет. Друзья, как пойдет в этой жизни. Спортивная жизнь. Друзья, включаем всегда, знаете, когда смена машины выезжает на лед, включаем марш «Лед и пламя» Газманов. Такую классную песню для нас. Вот. Именно вслушаешься в эти слова, и каждый гонщик в этот момент переживает. Просто совладать с собой на старте, на финише, ну а потом, конечно же, на пьедестале. Первая дорожка, номер 77, Новожилов Николай, вторая дорожка 47, Кулдов Александр. Третья дорожка, номер 150, Панасик Александр, четвертая дорожка, 21, Сорожев Иван. Специально напитки Кока-Кола. Все нормально. Судьи на выпуске, все готово, поехали. Поехали. Старт номер 47. Всем уважаемых Николая Сычевкар. Третьим тоже Иван, по нутрям его обрабатывает. Аккуратно, красиво, по командному просто. Просто слава, Дмитрия Сычевкарьера. Александр Панасич замыкает четверку, пока в этом поезде. А тем временем Александр Кулба просто оторвался от своих преследователей. И пишет, просто пишет по треку. В этом заезде. Четвертый заезд. Первая дорожка номер 44, Анисимов Павел. Вторая дорожка номер 150, Панасик Александр. Третья дорожка номер 3, Кропотов Дмитрий. Четвертая дорожка номер 96, Ашихмин Константин. Поехали! Поехали!
копилку в копилку складывает. Фанасик Александр, номер 160. Уровень 96 очков не получает в этом заезде. Первая дорожка номер 188, Гришков Михаил. Вторая дорожка номер 96, Ашихмин Константин. Третья дорожка номер 11, Попов Андрей. И четвертая дорожка номер 18, Панцов Антон. Д2Н, поехали! Друзья, лидирует номер 188, лидировал Михаил Гришков, его вырвал. Вова первой позиции номер 18, Анцов Антон. Антон, 2 пункта номер 188, Гришков Михаил, 1 пункт номер 11, Попов Андрей и номер 96 очков не получат в этом заезде. Сейчас он запчасти, зеркала сложит в багажник и на дачу, весной на дачу, друзья. Второй заезд, первая дорожка номер 8, Григорьев Михаил. Вторая дорожка номер 43, Клобуков Вячеслав, третья номер 43, вторым числом 41, Генрих Александр. Да, Миша, нельзя вам обидно запускать. Вот этот тип пошире и поехал. Ой, друзья, как... остановка заезда, друзья, остановка заезда. Остановка заезда, красные флаги у нас на виражах, остановка заезда. Друзья, давайте поможем машину, освободим водителя из машины и эвакуатор тоже давайте работаем. Вот опасность вроде бы ничего не предвещала, что переворот. А на дороге, кстати, на общественном у нас, вот открываешь местную газету и целая страница не справился с управлением, двигаясь задним ходом. Ну это что такое? Мы права покупаем, нам их дарят или что? Вот у нас столько автоклассов и не научат ездить задним ходом. Вот посмотрите, действительно статистика такая. Двигаясь задним ходом, столкнулся во дворе, на шоссе упал лесовоз. Ну, нужно учиться на ледовом поле, на наших автогонках ездить задним ходом. Помните, как у нас побеждала и «Газель»,
А победила вообще женщина, водитель, преподаватель автошколы города Чепецка. Не увезла свой ценный приз в Чепецк. Всегда так переживаешь, когда машина переворачивается, непонятно что там. Водитель пристегнулся ремнем, не пристегнулся. Я думаю, что полиция у нас на дороге не дорабатывает и не проверяет ремни безопасности. Пристегнуты все-таки водители на дороге или нет? Друзья, пока у нас минута есть. Вообще информация, как обычно, у нас после третьей серии заездов по входным билетам проведется лотерея подарков заготовленная. Не поверите, не как обычно. Поехали! Разобрались, первым лидирует Дмитрий Акулов, прошу прощения, номер 43, Кабуков Вячеслав. Его активно нагоняет номер 188, Михаил Крешков. Сенцов Александр Покольвизин. Впереди еще три круга, 6 виражей, вот так вот. Так складывается гонка. Михаил Гришков, номер 188, вырвался на вторую позицию. Что-то номер 41 случилось. Александр, доезжай до финиша, обязательно доезжай до финиша. Довози свой один пункт в свою копилку. Бывало такое, что даже вот на мотогонках, которые часто бывают, гонщик, что-то с мотоциклом случилось, он просто на руках доносит, заталкивает свой мотоцикл и каждое очко, потому что очень дорого на протяжении многих этапов. Дорожка номер 11, Попов Андрей. Вторая дорожка номер 7, Кокорин Михаил. Третья дорожка номер 47, Кулдов Александр. Четвертая дорожка 43, Клобуков Вячеслав. Прогревочный круг, как, знаете, как, фу. Александр, куда поехал, что случилось? Друзья, Кулдов Александр, у него третья дорожка, сейчас заезд. Судьи на выпуске. Поехали без номера 47. Вот так вот внутри, смотрите, как классно просто отработал. Не мешая, не трогая никого. Вот это лед и пламя. Друзья, как можно собой управлять? Просто с третьей позиции закурим. Михаил выбрался и просто лидирует. Настолько красиво, аккуратно. Михаил, просто доедь до финиша. Просто как едешь, так доедь. Кокорин Михаил.
Павел, 2 пункта номер 43, Кладуков Вячеслав, 1 пункт номер 11, Попов Андрей. Четвертый заезд. Первая дорожка номер 73, Кулгов Михаил, вторая дорожка номер 47. Кулгов Александр, третья дорожка номер 18, Панцов Антон, и четвертая дорожка номер 8, Григорьев Михаил. Поехали! Поехали, друзья! Концов Антонио, преследует номер 73, Кругов Михаил. Номер 18, Концов Антон, пока мчится третьим. Но еще впереди три круга у нас. Все, что угодно может случиться. Четвертым мчится вот дрон, снимает Михаила Кругова, ведет всю эту гонку. Сзади скорость у него за сотку. Просто за 100 км в час. Пошли на заключительный круг, лидирует номер 18, Панцов Антон. Михаил Кулгов, номер 70 лет. Три пункта записывают в копилку номер 18, Панцов Антон. 2 пункта номер 73. Кулгов Михаил. 1 пункт номер 18. Панцов Антон. А у нас боевая классика. Первая дорожка номер 5, Петухов Дмитрий. Вторая номер 12, Баранов Денис. Третья дорожка свободная. Четвертая номер 43, Поклощук Виталий. Я бы тоже так встал, не третий, не четвертый, а не то, не еще. А там колеи нет. Поехали. Осторожно, со старта уехали номер 12 и номер 5. Виталий Поклощук пока третьим. Все может быть, все может статься. Вот так вот, о чем я и говорил. Лидирует номер 12, Баранов Денис. Вторым числом Виталий Поклощук, номер 43, Дмитрий Петухов. Неоднократный участник чемпионата в России по автокроссу. Представляете, вот Дмитрий Петухов приезжает в течение всего лета, проезжает порядка 20 соревнований, это почти каждый второй выходной. Уверенно лидирует номер 12, Баранов Денис. Друзья, как здорово, просто едут, как знаете, как вот по дороге общественного пользования, не касаясь, не толкаясь, как бы прилазить, все может быть. 3 пункта номер 12, Баранов Денис, 2 пункта Дмитрий Петухов, номер 5, и 1 пункт записан в копилку, номер 43, Поклощук Виталий. Заезд. Первая дорожка номер 10, Валикжанин Дмитрий. Вторая дорожка номер 16, Лепихин Владимир. Третья дорожка номер 17, Баранов Алексей. Четвертая дорожка номер 5, Петухов Дмитрий.
17, Баранов Алексей. Дмитрий Петухов, номер 5, Владимир Лепихин. Ищет просто паровозиком, друзья, выстрелили, смотрите, как выстрелили. Не касается, да, вот так вот снежная обувка, она просто затягивает, знаете, как болото. Просто эту кашу нельзя цеплять. Опыт вождения. Насколько классно пилотирует Дмитрий Петухов. Насколько красиво, друзья, сегодня гонка, сегодня вот этот заезд. Ай, молодцы, ай, здорово. Дмитрий Петухов, его преследует номер 17, Баранов Алексей. Третьим числа номер 16, Лепихин Владимир. Номер 10, желтую копейку, развернул их, встал задний ход и снова вперед, снова в бой. Победа три пункта номер 5, Петухов Дмитрий. Два пункта, номер 17, Баранов Алексей. Один пункт, номер 16, Лепихин Владимир. И номер 10, очков не зарабатывает в этом заезде. А у нас третий заезд. Поехали! Номер 16, Лепихин Владимир, его преследует номер 30, Крысов Олег, автомобиль «Пикап» «Иш». У нас на вираже нужно выбросить желтый флаг. На финишном вираже у нас выбросить желтый флаг, финишный вираж. Желтый флаг. Выкинуть желтый флаг. Лидирует номер 16. Лепихин Владимир. Его президент номер 16. Ну все, автомобиль. Под номером 11 немножко завелся, поехал немножко. Желтые флаги можно убрать. А у нас победный финиш. Победный стрекнулся за 500 метров. Номер 16, Лепихин Владимир, 2 пункта. Номер 30, Крысов Олег. И номер 11. И номер 11, если он сейчас доедет до закрытого парка, то мы его тоже один пункт запишем в копилку. Доехал до закрытого парка, тоже записывает себе в копилку один пункт, хотя по идее. По дорожкам, первая дорожка 21, Крысова Анна, вторая дорожка номер 11, Усижанин Михаил, третья дорожка номер 43, Баклащук Виталий и четвертая дорожка номер 10, Валежанин Дмитрий. Выход из первого виража у нас выиграла номер 21.
прошлом сезоне, представляете, девочка первый сезон поехала и просто объехала всех мужиков в своем классе и забрала кубок. Кубок Виктории. Все-таки барышня. А барышню нужно вести под правую руку, под правую локоток. И объехать ее снаружи, если есть такая возможность. Анна, держи, пожалуйста, газ. Виталий Бакащук у нас джентльмен, и он не допустит шалостей. Спортсмены пошли в заключительный круг, лидирует номер 21, Жанна. Номер 43, Виталий Бакащук. Номер 10 пока мечется по дорожке, просто снаружи, снутри. Номер 10 выписывает один пункт. А у нас чистка дорожки, друзья. Наверное, все-таки эвакуатор нам потребуется времени, чтобы не тянуть. Нам эвакуатор потребуется. Друзья, нам нужен эвакуатор спортивного автомобиля.
Старинчица номер 18, Фонсон Фонтон. Фанасик Александр номер 150, третьим. Скобелка номер 73, 2 пункта номер 18 и номер 151 пункт записывает свою копилку. Седьмой заезд, первая дорожка номер 3, Кропотов Дмитрий. Вторая дорожка номер 99, Лумпок Евгений. Третья дорожка номер 18, Танцов Антон. И четвертая дорожка номер 47, Кулдов Александр. Поехали! Стартовый номер 3, Кропотов Дмитрий, Зефедов, номер 99, Кромков Евгений. Третьим числа номер 18. Панчов Антон. Преследователи просто недосягаемые, я так думаю, что недосягаемые в этом заезде. Старый чисто Лумпов, 99 номер. Партнер последовал заключительный круг. Победа, 3 пункта записан в копилку Дмитрий Кропотов. 2 пункта номер 99 Лумпов Евгений. Номер 18, Танцов Антон и Александр Кулдов очков не зарабатывают в этом заезде. Представляете, друзья, вот эти девятки, восьмерки, вроде бы какая-то вазовская авто, обычная восьмерка, а они моторы крутят по 8-9 тысяч оборотов. Представляете, вот на своей машине 9 тысяч, раскрути ее на дороге. Не знаю, может быть, первая передача это будет или задняя. Ну вот реально, вот моторы поют, воют, 9 тысяч оборотов. На две гонки. Поршня, шатуны все обрывают, это просто в металлом все превращается. Ну вот такая вот эта дисциплина. Автогонки трек 400. 88 номер не выступает. Поехали. Павел Анисимов. Старый чисто Лумпов Евгений, номер 99. Номера у нас сегодня интересные. 44, 99, 77.
Один пункт записывает Николай Новожилов, номер 77. Трибуны, балкон, все гудят. Бурные овации, можно подбрасывать шапки. Желательно ловить соседскую и выходить со стадиона. Ну, как обычно бывает на футболе, на хоккее, на массовом катании на коньках и чаще на буксе. Пятый заезд, класс Д2М, первая дорожка номер 43, Клобуков Вячеслав, вторая номер 18, Панцов Антон, третья дорожка 150, Фанасик Александр и номер 33, Ворожцов Андрей, четвертая дорожка. Трек готов, поехали! Физику не обманешь. Спортсмены пошли на заключительный круг. Лидирует номер 18, Панцов Антон. Вторым числом Клобуков Вячеслав, номер 43. Номер 33. Ворожцов Андрей пока третьим. Победа 3 пункта. Номер 18, 2 пункта. Клобуков Вячеслав, 43. 1 пункт, номер 33. И номер 150 очков не получают в этом заезде. Первая дорожка номер 33, Ворожцов Андрей. Вторая дорожка номер 88, Шабалин Николай. Третья дорожка 188, Кришков Михаил. Четвертая дорожка 47, Кулдов Александр. Поехали! Номер 33, Ворожцов Андрей, вторым числа номер 188, Кришков Михаил. Очень жестко Михаил поступил с Александром. Александр Михайлович, я имею в виду, ну, в пределах почти правил, но вы сами все видите. Желтый флаг у нас на финишном вираже, Станислав. Желтый флаг. Номер 33, пошли спортсмены, пошли на заключительный круг. И вот оно мастерство. Три пункта записывает номер 73. Кулдов Александр. Друзья, вернее 47. Номер 47 у него, я просто...
У нас такая товарищеская гонка, что машины меняют как перчатки. Чисто номер 18, Танцов Антон, третьим номер 41, Стензов Александр. И номер 88 пока очков не зарабатывает в этом заезде. Зарабатывает, но пока вот везет ноль. И вот они победные, 3 пункта. Номер 7, который Михаил, 2 пункта, номер 18, Панцов Антон. Номер 41, Ксензов Александр, 1 пункт. И номер 88 очков не зарабатывает в этом заезде. Восьмой заезд, первая дорожка 41, Ксензов Александр, вторая дорожка 33. Ворошов Андрей, третья дорожка 77. Кулдов Михаил, номер 11. Четвертая дорожка. Попов Андрей.